аплодисменты и наше поздравление лидерам. Это новый директор Мария Курагина. Наши аплодисменты. Курагина, Яковлева Людмила, Славгород. Наши аплодисменты. Я Снежана и Анатолий. Романова Ольга, Марьяновский. Наши аплодисменты. Вашими фишками, вашей историей успеха, вашим успехом. Я думаю, самое важное – это поставить перед собой цель, иметь мечту, иметь классную мечту, чтобы она вас вела, чтобы она вас каждый день вдохновляла, каждый день, когда вам сложно, когда опускаются руки, чтобы вы вспоминали о своей мечте и никогда не сдавались. Спасибо, Наталья, огромное. Я просто очень люблю Oriflame, и вам желаю его просто полюбить. Тогда все получится. Ларисе аплодисменты. Добрый вечер. Наталья Шмидт, город Ленинск, Кузнецкий, структура Ирина Алексеева Попова. Меня часто спрашивают про секрет успеха. Каждый день я говорю одни и те же слова. Желание позволить себе больше и внутренняя мотивация – это вечный двигатель нашей команды. Действие, система – это обязательно приведет к результату. Всем успехов, всем на следующий год стоять в звании бриллиантового директора. Спасибо, Наталья, большое. Мне кажется, ваш секрет успеха еще ваша дочь, которая вас движет вперед. Еще лунная походка. Это да. Мы расстроились, кстати. Многие не поймут. Ну, придется показать. Броси! Да, очень драйвовую музыку. Дайте, пожалуйста. Дайте нам драйвовую музыку. А я ведь обещала в прошлом году, что больше я этого делать не буду. Дайте нам Кузбасс. Прохода красивого. Здравствуйте. Ко всему вышесказанному могу сказать, это люди, это ваша команда, те, которые двигают вас настолько классно и здорово. В общем-то, найдите таких. Они есть, их много. Зацикливайтесь именно на них. Пусть они вас, в общем-то, вашу команду доводят до того результата, до которого вы хотите. Спасибо, Анна, огромное. Я считаю, что всегда нужно во всех измерениях начинать с себя, но в нашем бизнесе очень важно помочь другим людям в себя поверить. Именно это наш секрет успеха. Спасибо, Татьяна. И тут все очень просто. Есть работающая система. Рекрутируйте людей, обучайте, и все будет отлично. Юрий, спасибо особенное от мужчины. Пожелания вам. На мой взгляд, секрет успеха – это в правильных действиях. Очень важно понять, что главное делать, а что второстепенное. И стараться делать именно главное дело. Только они приведут вас к результатам. Женя, спасибо большое. Я могу сказать, что мы просто родили ребенка. Нас мотивировало на это. Вот и все. Родите ребенка и будете много зарабатывать. Правда, Аня? Спасибо. Ну, я думаю, что, наверное, секрет в том, что чтобы найти правильных людей, которые делают правильные действия, рожают детей. Поэтому, собственно, будет очень как бы легко закрывать и открывать новые звания, если в команде по-настоящему есть люди правильные, да, то есть люди, которые для этого бизнеса, можно сказать, созданы. То есть таких нужно просто найти, и все. Спасибо, Артем. Шикарная команда у вас. Здравствуйте. Мой секрет успеха – это, наверное, действительно выбирать правильных людей. Это внутренняя мотивация, которая вас движет, и найти именно таких же, которые не устраивают текущее положение, которые не хотят довольствоваться тем, что есть у них сейчас, а хотят чего-то больше. И поверьте, они сами вырастут, вам только надо дать какой-то толчок. И тут трансляция идет, да? Я знаю. Я передаю привет своей команде, как маме, да, своей команде. Вот, потому что они меня практически все в онлайне, да, и, в общем, ребят, растем, жду вас на этой сцене.
Дорогие друзья, спасибо вам огромное. Многие из вас, я знаю точно, уже открыли следующие звания, и вот не за горами следующее поздравление. Но я бы хотела вам пожелать выбраться из директорской команды как минимум в бриллиантовую, потому что если вы вырастили двух лидеров, то теперь вы не скажете, что вы не умеете это делать. Только ваша мотивация, только ваши системные действия приведут вас в исполнительную команду, в президентскую команду. И пусть даже небо не будет вам пределом. Спасибо вам огромное. И поздравления команды и спонсоров. Юля, можно сделать? Мы поздравляем новых золотых директоров и старших золотых. Смотрите, какие чеки. Ура! Круто! Поздравляю по сцене. Признание, цветы, деньги. Что может быть лучше? Это Орифлейм, это новый директор. Есть еще у нас один. У нас много золотых директоров на сцене. Они плачут. Им хорошо. Это же счастье. Вот сколько денег. Мама со спонсором и доча. По-моему, это мечта любой мамы. Сделать так, чтобы бизнес передавался по наследству. А это спонсор тоже ребенку.